Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим тему разложения на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Итак, предположим, имеется следующее задание. Представить многочлен в виде квадрата двучлена. 4а квадрат плюс 4аб и плюс b квадрат. Тема довольно легкая, поэтому мы рассмотрим только 4 примера на эту тему. Итак, первое число 4 – это 2 в квадрате. А в квадрате – это просто а. Мы ставим скобки и ставим квадрат. Прибавляем. Мы помним, что по формуле должно идти удвоенное произведение. Значит, 2 умножить первое число 2а, и еще осталось b, значит, мы b так и записываем, и плюс b квадрат. Вот это и будет наше число. Затем мы сворачиваем по формуле. Итак, 2а прибавить b в скобке в квадрате. Второй пример. Ну, пускай это будет что-то сложное. Например, дробь такая. 9 шестнадцатых а квадрат минус 2аб и плюс 16 девятых б в квадрате. Вы скажете, как это тяжело? Ничего подобного. Ставим равно. Первое число. 9 – это 3 в квадрате. 16 – это 4 в квадрате. Значит, это будет 3 четвертых. Ну, естественно, еще а и в квадрате. Минус. Давайте оставим свободное место. Поставим плюс. 16 девятых – это 4 третьих б в скобках в квадрате. Теперь мы уже видим первое и второе и посмотрим, получится ли у нас удвоенное произведение. Итак, 2 умножить на 3 четвертых а умножить на 4 третьих б. Если мы это все сократим, то действительно у нас получится 2аб. То есть мы имеем право сворачивать. 3 четвертых а минус 4 третьих б в скобках в квадрате. Давайте рассмотрим еще два примера на эту тему. А квадрат. Б квадрат плюс 2аб и плюс 1 равняется. Первое число видно хорошо. Аб в скобках квадрате. Также хорошо видно последнее. Плюс 1. Прибавить 2 умножить на первое аб и умножить на второе 1. И спокойно сворачиваем. АБ плюс 1. И все это в квадрате. Давайте рассмотрим еще одно с дробями. 1 четвертая А квадрат плюс АБ и плюс Б квадрат. Мы уже с вами знаем, что 1 четвертая это 1 вторая а в квадрате. Плюс. По-хорошему тут должно стоять 2 умножить на 1 вторую а и умножить, поскольку тут просто b в квадрате, мы ставим b. Действительно, если мы будем сокращать, 2 и 2 сократится, вот оно 1аб, то, что у нас получается. И плюс b квадрат. И сворачиваем по формуле, получаем
1 вторая А прибавить Б в скобках в квадрате. Вот и все, что я сегодня вам хотела рассказать.